Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство TecnoPop 8. И сейчас я покажу вам, как добавить отпечаток пальца. Итак, для этого мы открываем настройки. Далее проходим в раздел «Пароль и безопасность» и выбираем отпечатки пальцев. Прежде чем мы добавим отпечаток, нам нужно установить пароль для экрана блокировки. Выбираем тип пароля. Вводим один раз пароль и второй раз для подтверждения. И теперь нажимаем «Выполнено» и нажимаем «Добавить отпечаток пальца». Нажимаем «Далее» и теперь мы можем прикладывать палец к сканеру, который находится на кнопочке питания. И нажимаем «Готово». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.